Пока нет. Но представляешь, что будет, когда это случится? Трубка. Возьми трубку. Трубку возьми. Что ты здесь делаешь? Это не место для девчонки. Зачем ты пришла? Я не девчонка, я женщина. И имею право тебя видеть. Хотела узнать, может, тебе что-то нужно? А еще я тебе передачу принесла. Ты мне передачу принесла и талисман. И я тебе очень благодарен, Жасмин. Мне было приятно. И повидаться я был рад. А теперь возвращайся домой. Это не место для женщины. Только не для всех, да? Что ты сказала? Что слышал? Думаешь, я не знаю, что к тебе Мелина приходила? Что ты к Мелине привязалась? Не будь глупеньким. Эта женщина тебе не подходит. Она снова поселилась в доме Сиренью, и мне кажется, что она любовница Альдо. Что? Послушай меня, она тебе не подходит. Нечего здесь сцены ревности устраивать, иначе я попрошу охранника тебя арестовать. Я сказал, иди домой. Хорошо. Это ради твоего же блага. Если ты настаиваешь, я уйду. Жасмин. Не обижайся. Нет. Я же тебя люблю. Люблю и буду ждать, сколько нужно. А потом мы вместе вернемся в Сельву. И тебе это прекрасно известно, потому что мы предназначены друг другу. Морена, я узнала про Тома. Как он? Нам надо поговорить, Мелина. Сейчас. Не понимаю, о чем вы договорились? Прошу тебя, не надо кипятиться. Лучше как-то договориться, чем судиться. Нет, нет, я хочу, чтобы ты защищал меня в суде. Я хочу судиться, только тогда я успокоюсь. Если я передам это дело в суд, ты не успокоишься. Почему? Потому что я зануда. Я заставлю тебя написать сотню заявлений, заполнить столько же форм. Да ты с ума сойдешь, уверяю тебя. Зачем тебе? Мне все равно. Я хочу отомстить этим типам. Они просто используют людей. Да? Андрес, ты правда думаешь, что у них нет денег? Да есть они, просто все в карманах оседает. Я могу на тебя рассчитывать? Ну, разумеется, ты можешь на меня рассчитывать, да, да. Спасибо. Но мне надо еще посмотреть все положения и статьи по этой теме. Положение? Объясни, я в этих терминах не разбираюсь. Я знаю, что мы выражаемся не всегда понятно. Как бы тебе сказать, мы, адвокаты, считаем, что закон — это не просто устоявшиеся фразы. За ними стоит жизнь, и нам надо все время над этим думать, в приложении к жизни. Но ты не беспокойся, у меня прекрасная память. Подожди. Я уверена, что если в суде меня будешь представлять ты, я выиграю. Конечно, выиграешь, не волнуйся. Я тебе обещаю, что если все получится не так, как мы ожидаем, и придется подавать апелляцию, мы это сделаем. Конечно, сделаем. Ты поняла? Апелляцию? Ну да, апелляцию именно. Карло, свяжи меня с юридическим отделом. Я хочу знать, на месте ли Вега. Да, сеньор. Это юридический отдел? Говорит Карло. Сеньор Сиренью хочет знать, на месте ли доктор Вега. Отлично. Да. Сеньор, он на месте. Что ему передать? Чтобы срочно зашел ко мне. Отлично. Доктор Вега? Это Карло. Теперь я припоминаю, что в тот вечер, когда Яго оставил записку, ты была у меня дома. Ну и что? Что? Я не видела этой записки, но наверняка в ней Яго объяснил Горделю, как его найти. Я не понимаю. Все ты понимаешь, Мелина. Я правда ничего не понимаю, извини. Куда? Ты же не думаешь, что я законченная дура. Это ты выдала Яго.
Да как я могу выдать Яго? Номер телефона зарегистрирован в полиции, Мелина. Помнишь, на твой сотовый кто-то позвонил и спросил, Мелина, это ты? А ты не знала, что ответить, и отключила телефон. Послушай, Морено, ты не имеешь отношения к Яго. Он арестован за убийство твоего деда, но он невиновен, и я ему помогу. Почему это? Потому что мы любим друг друга. Что это с тобой? Я не собираюсь тебе отвечать. Но выведу тебя на чистую воду. Ты не подойдешь? Зачем? Зачем ты мне позвонила? Ты заплатишь за это, Мелина. Пока, дорогая. Проблема в том, что у меня связаны руки. Слишком большие деньги заморожены в связи с завещанием моего брата Луссио. Я ничего не могу поделать. Брат как будто все еще распоряжается ими. Мне придется детально ознакомиться с этим завещанием. Вы понимаете, что по закону сейчас ничего нельзя сделать. Завещание здесь. И не забывайте, что интересы дела порой вступают в противоречие с законом. Слишком большие средства заморожены. Миллионы долларов, Вега. Скажите, ваш брат женился? Нет. А что там насчет племянника? С этим разобрались. Анализ на ДНК показал, что он самозванец. Хорошо. Но в завещании сказано, что вам придется подождать еще год на случай, если племянник все же объявится. Но я же не могу ждать столько времени. К тому же мой главный инвестор попал в аварию. Он при смерти. Мне нужно все это изучить. Эти деньги надо задействовать как можно скорее, Вега. Эти фонды можно разморозить, как только появится сын Франко. Разумеется, его часть перейдет к нему. Но те счета, которыми вы владели совместно с братом, можно будет задействовать сразу же. Я понимаю. Хорошо, пойду к себе, почитаю этот документ. Спасибо, Вега. До свидания. Настоящий сын Франко. Луиса, ты не представляешь, как тяжело видеть Яго за решеткой. У меня просто сердце разрывалось. Он был похож на загнанного зверя. Ужасно. Ему не следовало приезжать в город. Возможно. Мы были так счастливы, мисс Йонас. Да? Да, правда. Мне каждую ночь снится, как мы с Яго купаемся в водопаде. Как романтично. Я бы все отдала, чтобы все стало как прежде. А знаешь, кто во всем виноват? Кто? Это выскочка. Это Моренна. С тех пор, как она появилась, с нами только несчастье происходит. Луиса, оставь нас одних. Да, сеньорита, с вашего разрешения. Ввязываться или не ввязываться? Вот в чем вопрос. Теряю я Лауру или я ее не теряю? Нет, я не могу ее потерять. Я должен быть мужчиной. Я должен быть адвокатом. Издательство Монтеро. А вот и зацепка. Мне поможет эта девушка. Ну и конфетку он подцепил. Я за ними послежу. Да-да, послежу. Всю жизнь мечтал это сказать. Поезжайте за этой машиной. Жасмин,
Ты считаешь, что все несчастья Яга начались тогда, когда он познакомился со мной? И мои тоже. В этом можно не сомневаться. Я просто полюбила его. И не представляла, что все это может случиться. Вы с Мелиной должны перестать преследовать Ягу. Я могу тебя спросить, и, пожалуйста, скажи мне правду. Я никогда не лгу. Я рада. Жасмин, как ты думаешь, кого бы выбрал Ягу из всех женщин, что его окружают? Меня? Мы из одних мест, мы одинаковые. Яга мне предназначен. И никто его у меня не отнимет.